Куриное мясо всегда пользуется популярностью за столом, особенно если это куриные ножки в медово-горчичном соусе. Запеченная курица в духовке с пикантным соусом – это наверняка правильный выбор. Подавать куриные ножки в медово-горчичном соусе можно как в самостоятельном виде, так и с любым гарниром – отварной картофель, спагетти или любая каша. Куриные голени 500 грамм. Мед 1,5 столовые ложки. Горчица 2 чайных ложки. Паприка 0,5 чайных ложки. Чеснок гранулированный 1/4 чайных ложки. Растительное масло 40 грамм. Соль по вкусу. Черный перец по вкусу. Количество порций 3-4. Для маринада смешайте растительное масло, мед, горчицу и специи. Из специй возьмите соль, перец, паприку и гранулированный чеснок. Маринад перемешайте. Промойте куриные голени, снимите кожу, чтобы мясо было более диетическим. Если хотите, кожу можно оставить. Смешайте маринад с курицей, оставьте мариноваться на 30-40 минут, прикрыв емкость крышкой. Выложите куриные голени в форму для запекания. Поставьте курицу в духовку запекаться на 30-40 минут при температуре 180-190 градусов. Достаньте куриные голени из духовки, они идеально запеклись и стали румяными. Куриные ножки в медово-горчичном соусе сразу подавайте к столу. Приятного всем аппетита!